жуткое зрелище. Согнутые свечи. Видели на площади целую толпу непонятных людей с каталками. Да, он все хромы, толбуги. И, видимо, идут на мессу вот в этот прозрачный домик. Вон поп идет, католический поп. Там качаются четки, я только что разглядела. Сегодня распеть ходили, не видно было. Вот они же. Туда-сюда, туда-сюда. Этот храм уже закрыт, хотя только 9 вечера. Все, все уже спят. Thank you.
estão anunciados para participar nesta celebração da noite. Nesta quinta-feira em que meditaremos os mistérios luminosos do Santo Rosário, 22 grupos. Um grupo de doentes da Diocese de Coimbra que estão em retiro aqui no Santuário. Um grupo da Alemanha.